Еще давайте одну посмотрим, когда же уже наконец придет он, мой единственный, да, который возьмет на себя ответственность все-таки за быть мужчиной в отношениях, да, а не быть соплей, сопляжом, да, который только может что тянуть одеяло на себя. Давайте посмотрим, когда же придет он, мой единственный, придет ли он вообще. Каждый загадывает свое время, свой промежуток времени. И сразу говорю, что желательно не больше полгода. Желательно. Давайте посмотрим, когда же придет мой единственный ваш. Ну, наверное, не скоро. Ну, начнем с того, что, во-первых, у вас получается, что не убраны старые какие-то, как сказать-то, старые нейронные связи, как я называю. Вы не проработали себя. Сейчас у вас абсолютно нет энергии. То есть вы не сделали уборку, не сделали расхламление у себя. Вы не сделали переоценку ценностей. Хоть у вас очень много мыслей, очень много взаимодействий с миром, то есть могут быть какие-то встречи, контакты и так далее, но уборки у вас не было. То есть вот такой вот волшебной швабры, метелки у вас не было. Чтобы встретить достойного мужчину, надо быть достойной женщиной. С нормальными, здоровыми мыслями, с нормальной, здоровой психикой. Не переносить то, что было в новые отношения. Сейчас у вас для этого нету энергии. То есть абсолютно вы разряжены. У вас нету к этому сил. Даже если вы считаете, что мне бы мужчину, нет. Вам надо обратить внимание в себя. Нужны медитации, какие-то проработки. Почаще выключать все и понаходиться с самим собой. Вот. И еще к тому же у вас срабатывает защита. То есть вы сейчас закрыты для того, чтобы встретить кого-то. Понимаете? То есть пока нету вашего единственного.